Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Всем привет, с вами снова Эдисон. И, в принципе, в прошлом эпизоде мы начали строить дом, и я думаю, в этом эпизоде мы его уже закончим строить, я так думаю. И сейчас, в принципе, что мне нужно? Мне дохренище стекла нужно. Мне еще вот это. Сейчас мы разместим. Это вот сюда мы поставим. Это вот сюда мы поставим. А сюда мы какой-нибудь сундук забабахаем. Железный пусть будет. Или еще какой-нибудь. Ну сейчас. Что нам нужно? Нам еще три шерсти к тому же нужно. Хотя, в принципе, сейчас мы телепортнемся домой. Да. Мы же алюминий не поставили назад. И мы вот это не поставили назад. Так. Шерсть. Три шерсти возьмем. И что нам еще нужно? Че я только сейчас только что говорил. Нам шерсть нужна для кровати. И нам что нам нужно? Да че я хотел? А, сундук нам нужен. Вот что нам нужно. Что-то я. Так, ладно. Сундук. Опять берем железо. Делаем себе железный сундук. Я думаю, больше нам не пригодится сундук. Ну, в смысле, алмазный там или еще какой-нибудь. Думаю, хватит и железного. Так, сейчас телепортируемся обратно. Да ты издеваешься или что? Опять нам домой. Действительно, нам нужно идти добыть себе ресурсы для нового дома, так как уголь мне нужен для того дома. А тут, как вы видите, угля уже не слишком много у нас осталось. Так что телепортируемся мы туда. Так, да, вот сюда. Половинку мы ставим вот сюда и сюда. И ставим переплавляться, песок. Так, кровать. Кровать мы ставим куда-то. Пусть будет вот так. И вот так. Отлично. В принципе, я думаю, так хватит нам. Я думаю, нам еще немножко... Ой, чуть не умер. Прыгнул так, думаю. А, пофиг, сейчас. Долечу так быстро. Ага. Чуть не умер. Ладно, сейчас я думаю... Так, дорогие друзья, я сейчас думаю, нам все-таки нужно еще немножко песка. Что это за хрень там такая? Шахта там, конечно, странная немножко. И упасть так можно. Хотя там вода. Я думаю, давайте, наверное, в эту шахту слетаем. Или в этом эпизоде, или в следующем. Что думаете по этому поводу? Добудем себе ресурсов еще немножко. Так, я думаю, песка нам уже предостаточно, как хватит. Да. Идем мы назад. Тут нужно будет вообще какую-нибудь лестницу сделать, чтобы не телепортироваться, а подниматься. Ох, ладно, так, сейчас, сколько у нас уже там сварганилось вот этого. Это все мы сейчас переделаем вот так. Ага, вот отлично. Вот так, так, так. О, нафига я сюда ставлю только... А, ладно. Там же у нас двери будут. Тогда я еще и сюда немножко поставлю, чтобы быстрее. Фу, так, тогда я сейчас сюда же сразу двери сделаю. А, ну да. Двери. Пусть будут пока открыты, чтобы каждый раз не открывать. Так. Отлично, тут у нас уже все. В смысле, застеклили мы вот переднюю часть дома. Еще осталось 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Все. Вот так нам хватит. Ой. Вот так. Вот так. Как мне там бы это поставить? Вот так. Отлично. И... Ладно, пусть будет. Два стекла лишних было. Так, сейчас. Что нам нужно? Не знаю, что нам сейчас нужно сделать. Вроде все. Фу, сейчас. Нам бы покушать нужно, да. И, наверное, все-таки идти поспать. Отлично. Так, мы выспались, я так думаю. Так, сейчас мы все ненужные ресурсы, в смысле, как ненужные, ну, это мы все поставим вот сюда. Нет, вот это мы поставим в сундук для покемонов. В смысле, для этого мода, как бы, ну, нет, для этого мода. Тут у нас будут, ну, в смысле, тут у нас будут, наверное... Всякие ресурсы, тут у нас, наверное, будут труды с всякими блоками, наверное. А тут мы будем, наверное, ставить вот эти все приконы, вот эти все камни. Так. Вот так. И все, и давайте идем мы, наверное, дорогие друзья, в ту шахту, которую я нашел. Или это не шахта, или что это такое? Сейчас мы посмотрим. Так. И идем мы в шахту. Я тут убьюсь. Нужно, наверное, вот так спрыгнуть. О, уголек. Тут я тоже, наверное, убьюсь или нет? Ой, боже, чё-то напугали. Я думал, там монстры какие-то. Это миллион покемонов свое имя там произносит. Отлично, убили мы. Да сколько вас тут? Чё-то... Всё, дайте мне встать. Не нападайте, не нужно. Ой-ой-ой. Да харе, воды тут столько. Все, отлично. Фу. Покушаем мы. Ух, там шахту нашли. В смысле, заброшенную, или как она там называется. Там, где рельсы. И все такое. Вообще, золото я не знаю, зачем нам. Ну, в принципе, пусть будет. Также я не знаю, зачем нам сейчас алмазы, но пусть будут, потому что это алмазы. Так. Сейчас мы немножко поднимемся. О, уголь нам, конечно же, нужен. Так как вы видели, угля у меня уже почти что нету. Да, немного тут угля. О, алюминий. Алюминий нам, я думаю, тоже потом пригодится. Не сильно, но, в принципе, пусть будет тоже. Так, сколько тут? Три алюминия. Фу, сейчас. Давно я в шахте вообще не был. Как бы... Да, в принципе, я и не вижу тут смысла большого ходить в шахту. Так как ресурсов тут немного нужно. Я думаю, если набьем себе уровень, то просто, наверное, зачалим кирку на что-то. Так как... И даже уровни тут девать некуда. О, да я там угля дофигища пропустил. И железо даже. Ладно, сейчас мы это все по-быстрому выкопаем. Это
это... А, 28-я высота. Не знаю, не знаю. Спустимся мы еще ниже. Я думаю, постараемся спуститься, если будут проходы. Постараемся те же алмазы найти. Просто так. Да... А, перед шахту действительно нужно этих всех покемонов оставлять вот тут, в смысле, в компьютере, чтобы не нападали в шахтах. Так. Ух ты, я там где-то за стеной столько лавы видел, или еще какую-то шахту огромную. Где-то было, где-то там, или там. Там, наверное. Я сейчас не буду, наверное, туда копать, так как это, наверное, будет долго, пока я туда все это прокопаю. О, еще вот эти золото. Ну харе, уже столько воды тут и лавы. Да... О, да ты издеваешься, Джиудуд. Все. А тут у нас, кстати, огненный камень, но я не буду за ним туда вот лезть, так и, в принципе, он нам не нужен. Этот, зачем нам вообще вот тот камень? У нас даже покемонов таких нет, которых можно эволюционировать с помощью этого камня. Так. Че, идем мы туда, если, в принципе, мы там что-то найдем. А чё мы там найдем? Нифига мы там не найдем. Харе уже нападать в шахте. Или, в принципе, найдем. Какой-то проход да тут и есть. Так, отлично, идем мы дальше. Но только... Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Я там зомби слышал. Там у нас вроде данж, да? Там у нас данж. Как я заметил. Вот там даже на карте какая-то комнатка показывается. Да, тут данж. Данж. Офигеть. Я не знаю, как я их сейчас убью. В принципе, вот так. Ой-ой-ой-ой. Так, а ну, секундочку. Да, и да, пока я отходил, я на паузу не нажал, в смысле, только нажал на паузу записи. И пока я вернулся, меня уже зомби убил, вот. Зараза. Вот он тут. Где-то вот тут. А у меня даже и броньки нету, ничего нет. В принципе, зачем мне тут бронька? Я там еще где-то зомби слышу. Да. Седло, не имя кому-то там, лошади или кому-то. Во, в принципе, все. Тут этот данж мы облутали. Идем мы дальше. Копать ресурсы и все такое. Так. Какая высота? 35-я? Да ты издеваешься. Да нам чем пониже спуститься нужно, чтобы те же алмазы попытаться хотя бы найти. О, какой тут спуск огромный. Так. Уголь, уголь, уголек. Да, он, конечно, туда весь вниз падает. Так что не буду я его там копать. А лучше действительно вот так спущусь вниз. И попытаюсь да найти что-то вот тут. Наверное, зря я сюда спустился, так как тут ни хрена нету. Хотя вот там что-то может быть. Ну чё тут может быть? Лава тут, конечно же, может быть. Чё же ещё?
Ху. Чтобы не упали. Не упали. Сейчас мы сюда проберемся. Вот так. Отличненько. И пойдем, наверное, вот туда. Ну, сейчас, я думаю, я еще, может, проберусь вот туда. Немножко. Может, в принципе, там и алмазы попадутся или еще что-то. Так. Да офигище тут просто лавы. Не знаю даже куда нам идти. А, вот, там, кстати, еще какой-то проход есть. Так что сейчас мы, наверное, все-таки пойдем вот туда. И. Так, опять. Фух, пойдем мы вот сюда. Ух ты, сколько там еще можно пройти. О, редстоун. Да, может там, кстати, алмазы будут, но манал я туда сейчас прокапываться полгода. Полгода не полгода, но где-то минут так 5 туда нужно будет прокапываться. Редстоун. Не знаю, зачем вообще нам редстоун. В принципе, пусть будет. Только для того, что сейчас уровень набьем. Да. Так, алмазов мы пока что... Да! Алмазов мы пока что еще не встретили. Зато встретили уже кучу вроде угля. 62 штуки уже набили. И 15 только железа. Ладно, я думаю, я не знаю, в принципе, следующую серию тоже можно тут провести, как бы. Еще немножко себе ресурсов накопать. Не часто мы так ходим вообще как бы в шахты. А, я вообще в шахте, может, раза 2-3 был. Не знаю, или 4. А. Иногда даже как-то хочется, знаете, в шахту пойти, чтобы добыть себе немножко ресурсов. Даже хочется. Ой, это что у меня было? Как-то стена не прогрузилась или что? Что за хрень? Что, меня назад телепортнуло или что? Не знаю, что это сейчас было. Я аж испугался, лава это или упал куда-то. Да, дофигища я там лавы слышу, или это воды где-то за стеной там. Так. Так, все, тут мы... А, нет, тут еще же даже уголь есть. 10 уровень уже, нифига себе. Да, угля мы, конечно, себе кучу накопаем. Даже не знаю, будем мы его на что-то тратить. Вот этот весь уголь. Так, ладно. Выкапываем. 11 уровень. Да офигеть, сколько тут угля. Чуть железо. И вообще, вот в этой кучке я нашел где-то 30 даже или больше угля. Так. О, лаву там слышу. Ну да, в принципе, 14-я высота, тут только и лава. Ух ты. Хорошо, что я не под себя копаю. А то капут был бы, если под себя бы копал. Хотя под себя копать это, если честно, не очень таки разумно, но иногда просто забываешь и копаешь. Так. Иногда копаешь до первой высоты, под себя и шахту не можешь найти, а иногда прокопаешь пару блоков и пум, под тобой лава. И все. Алмазы, алмазы, алмазики, конечно же, алмазики, мы нашли алмазики, алмазики, алмазики. Какая-то
конченая песня получилась. Так, в смысле, сейчас мы... В смысле, не конченая, а такая прикольная, да? Ты что, издеваешься? Один алмаз? Один алмаз? Как-то не очень густо алмазов мы нашли. Зато лазурита тут дофига и всего такого. Офигеть. А тут что у нас такое? 13-я высота. Лазурит я вижу. Да... А, у нас что, уже места даже нету в инвентаре? Как нету? Есть, а что? Он как-то не поднимался, вот тут лазурит. Не сразу. Ух ты! Сколько мы алмазов нашли. Вот это уже меня больше как бы радует. Сейчас я тут выкопаю, не будет ли тут лавы? Будет. Конечно же будет, тут же куча лавы. Поэтому я и так и выкопаю, чтобы... Забираем. Мы алмазы забираем. Так. 4 алмаза мы нашли, в смысле, вот сейчас 4 алмаза мы нашли, и еще один алмаз мы нашли перед тем, что я сказал. Офигеть. Так, сколько мы накопали ресурсов? Не скажу, что много, хотя... В принципе, нормально мы так накопали ресурсов. И что, дорогие друзья, давайте на этом тут, наверное, все-таки закончим. А в следующем эпизоде... Что, давайте, наверное, может, в следующем эпизоде еще побудем в этой шахте. Я не знаю, но мне почему-то понравилось в шахте. Наверное, мне понравилось из-за того быть в шахте, что мы не каждую серию в шахту ходим, а раз там, не знаю, сколько... Короче, не часто мы ходим вообще в шахты. И что, дорогие друзья, давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. И в следующем эпизоде мы тут же продолжим вот в этой шахте. Ой. И всем удачи, и всем пока.